Стражи порядка Чувашии сегодня принимали поздравления с профессиональным праздником. Российской полиции в эти дни исполняется 300 лет. В честь юбилея сотрудникам МВД вручили награды. Подробности в следующем материале. Российская полиция, созданная Петром Первым 300 лет назад, была и остается главной опорой власти и гарантом безопасности. Это строчки из поздравительной телеграммы федерального министра Владимира Колокольцева. Специально к празднику руководитель МВД учредил юбилейные медали и нагрудные знаки. С наградами к стражам порядка приехал и глава региона. После проведенной реформы в стране начали выстраивать эффективную правоохранительную систему. За последние годы подход к работе в МВД изменили кардинально. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас в ведомстве служат профессионалы с большой буквы. Благодаря им республика остается одним из самых безопасных регионов. Сотрудники полиции оберегают мирную жизнь граждан, заботятся об их безопасности и благополучии. Напряженная служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, самоотверженности, мужества и преданности интересам Отечества. Мы по праву можем гордиться героями в рядах чувашской полиции. Показатели работы республиканского МВД улучшаются. Немало преступлений раскрывают по горячим следам. Продолжая славные традиции старших поколений, личный состав Министерства внутренних дел по Чувашской республике из года в год наращивает усилия для успешного решения возложенных на него ответственных задач. Именно от нас зависит уровень уверенность населения и собственной безопасности. Каждый понимает, что только эффективная борьба с преступностью и терроризмом, защита конституционных прав и свобод личности сегодня является основой укрепления доверия населения к органам правопорядка. Сейчас перед МВД стоят серьезные задачи. Поставить заслон преступности могут только преданные своему делу люди. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.